Марилышты шуку пачаран пёртлакам тюрыс олмактымаш республикаса адресный программам иктешлат. Тэни план почеш индешлышам объектам ачалаш палемдымыле. Тудым тичмашнек шуктэйнат. Пёртвлак усанам налнат. Нунам чиалтэйнат, инженер коммуникациям вашталтэйнат. Уок нам батареям шындэйнат. Кумданрак сюжетышты. Машиностроитель Урем кутлу кумшу номеран пёрт. Таштанина Платова улы юмржам илен эртарен манаш лиеш. Ӱдырама шарналта. Мутат уке тӱҥалтыште пёртыште илаш моткоч сайле. Но жап эртыме семын леведыш гыч вӱд йогаш тӱҥалын, подъездымат ачален огытыл. Но все штукатурки-то творилось там и тут, это пустое было все. Ну, конечно, неприятно. Заходишь, и стены все ободраны. А сейчас уж красиво стало. Тиде чоҥыште ни пӧрт-влакым капитально олмыктымаш лӱман программыш пурен, сандене кызыт тыште чылажат куандара. Адресан программы почеш подъездыште пырдыжым, зданийын тӱжвал могыржым уэмденыт, сантехникым вашталтеныт, леведышым ачаленыт. Ынде вӱд йогаш тӱҥалеш манын огыт тургыжлане. Подъездыштат кукшо да шокшо. В этом году по плану капитального ремонта отремонтировано, в плане стояло 97 многоквартирных домов, 97 отремонтировано. Один дом, он отремонтирован, но в процессе подписания акта выполненных работ. Все это на сегодняшний день, все документы у рекоператора фонда капитального ремонта. И на сегодняшний день программа практически выполнена. Пӧртым капитально олмыкташ кӱлеш але уке, тидым олаште але посна районышты илыше-влак деч сайракше кӧ пала? Йодышым рашемдаш, тудым вер гыч тарваташ манын, шкалан чолгалыкым ончыктыман. На сегодняшний день у нас дома включены в программу до 44-го года. Но на сегодняшний день можно включиться в краткосрочку. В случае, если мы видим, что дом по текущему ремонту не отремонтировать, людям мы предлагаем таким образом, чтобы они собрали собрание собственников, оформили все это протоколом собрания собственников и документы направили в орган местного самоуправления. Дальше уже рассматривает межведомственная комиссия, документы отправляет в Минстрой Республики Мариэл и к рекоператору. Пӧртым тӱрыс олмыктымашлан оксам ме, пачерын озаже-влак, кажне тылзын тӱлена. Тыгодым айдеме у але тошто пӧртыштӧ ила, тидын шотышто ойыртемым огыт ончо. Тыге шивунда ик фондышто погына. Тушечын кажне ийын палемдыме окса палемдыме пӧрт-влакым ачалаш кая. Тений тиде окса дене пошкудо пӧртым тӱзатат гын, вес ийын пошкудо-влак тендан пӧртым шотышко кондаш оксам пуат. Но тыштат теве мом палман. Люди новых домов в основном у нас открывают специальные счета. И в этом случае деньгами ихними никто не пользуется. Деньги лежат на специальном счете многоквартирного дома. Будь владелец это или рекоператор, или ТСЖ, или управляющая компания. Деньги могут взять только по решению собрания собственников. Другим путем больше их не взять. Могынат тюнгже шинчалан койшо результат. Шуко пачран пӧрт-влакым тӱрыс олмыктымаш адресан программа Мариэлышты кок тюжем латнылымше игыч илыше шыңдаралтеш. Тиде жапышты туда икмыняр тюжем еҥын илышыжым йӧнанракым да пиаланракым ыштен. Где-то даже фотографии есть старые, что вот этот дом, это построен в 53-м году. Привет. Был в 53-м году. Здесь был пустырь. Это был для работников городской электростанции. Этот дом был, знаете, вот у меня где-то там даже старая фотография была, я сейчас убрал ее. Дом был как будто не знаю чего такое. Весь в пятнах. И вот они нам сейчас покрасили, побелили. У меня тут дочка в Америке, я послал фотографию, говорит, пап, я, говорит, не узнаю наш дом, говорит, потому что там 20 лет. Она знает, старый еще дом. Представляете? Ну, сейчас, конечно, красиво. Ончылно эше ятыр кюжгы паша. Программа кумлы кум ийлан келыштаралтын. Тудын лектышыжым Мариэлышты гына эше вичудо тюжем мутла еҥ вуча.